в 17-м году что произошло? Революция. Вот, я считаю, что революция есть вот это зло. Зло — это революция. Захват власти, смена власти путем революции, любых, какие бы они ни были, под какими бы флагами люди ни шли, приводит к тому, что к власти приходят подонки. Как подонки пришли к власти на Украине, так такие же подонки оказались у власти в России после 17-го года. Поэтому, я думаю, рано или поздно, еще раз говорю, что народ сметет этих негодяев, и Россия станет тут, и Украина станет Украиной.